Привет, друзья! Мне кажется, сегодня будут этот большой купол устанавливать, потому что вижу, там уже идут какие-то работы. 6 числа вот эти два маленьких куполка установили. Очень не хочется проспать этот момент. Исторически, можно сказать. Уже начались подготовительные работы к установлению купола. Видите, там на лесах рабочие что-то там собирают леса. Собор состоит из 6 уровней, ребят. Первый уровень заложили, вот фундамент. Самый первый уровень. Вообще строительство началось 1 сентября 1997 года. Это я нашла такую информацию в интернете. Так, что тут еще интересного я вам расскажу про этот собор имени Архангела Гавриила. Вот 26 июля 1998 года все работы нулевого цикла были завершены. Видите как? И вот что интересно, площадь храма составляет 2500 квадратных метров. Высота колокольни 80 метров, высота центрального купола 60 метров. В общем, все покажу, что смогу. Сегодня прекрасное утро. Такие фрески уже есть на храме. Заработал кран. И вон что-то доставляет работников, строителей наверх. Наверное, еще надо подготовиться. Было бы классно посмотреть. Ох, непросто это. Непросто. Представляете, вот такой огромный купол с земли поднять на такую высоту. Может, маленькие будут ставить сейчас? Посмотрим. Поехал кран вниз. Главное, чтобы он не упал. Я уже начинаю переживать. Вон, вижу, ребят. Вон появился внизу, видите? Поднимают купол. Поднимают. Поднимают купол. Ой, какая опасная, тяжелая работа. Ответственная. Я так понимаю, что это маленький купол. Ой, я начинаю переживать, чтобы все у них получилось. Ну, вот кран его потихоньку тянет. Наверх. Ой-ой-ой. Он раскачивается. Ой, боже мой. Высота большая. Вот он, красавчик. Это же надо все рассчитать, ребятки.
Это собор Архангела Гавриила. Но это не самый большой, это вот туда, наверное, будут ставить. Здесь вот два уже поставили. Там парень будет, наверное, принимать. Помаленьку, по чуть-чуть он его тянет, аккуратно, аккуратно. Ребят, вот показываю в реальном времени, ничего не убыстряю, скорость видео не меняю. Красота! Сдалека не видно. А как он его прям накроет, что ли? Ой, я переживаю прям. Как он будет принимать купол? Боже, боже, боже. Смотрите, 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 ой-ой-ой, он его будет накрывать, он выставлять, наверное, будет прямо его. Как же он потом оттуда спустится? Целый день готовились, я так ждала с самого утра. Посмотрите, накрывает его прям. Как же она туда вылезет, а? Может, там какая-то есть щель специальная, конструктивная. Молодец, крановщик. Смотрите, становится на место. Я не знаю, это третий купол, но как и я вижу, что это третий, там два, и вот третий. А может, с той стороны там уже установили, я просто отсюда не вижу. Слышали звук? Грохот такой, бог. Все, встал на место, на свое. Что-то там не все так просто. Немножко приподняли его. Немножечко крутят. Сирены скорых помощь, что-то, или это полиция, или скорая, не поймешь.
Видно, не стал как надо, немножко приподняли. Ну, не все сразу получается. Тем более такая ответственная работа, непростая. Эти два уже стоят. Теперь этот. Он большой, наверное. Ой, как сложно, мне кажется, будет его поставить. 80 метров он в высоту. Я читала в интернете. Этот большой. Все, кран поехал. Не знаю, может сейчас еще вот этот второй будет ставить маленький. Сейчас посмотрим с вами. Кому интересно, оставайтесь с нами. Там ходят ребята. Молодцы, ребята! Машу им в окно. Молодцы! Не могу понять, что там дальше будет. Кран спустил им петельку. А, они люлечку эту присоединяют. Либо будут спускаться вниз уже. Посмотрим сейчас. Ну куда ребят повезли? Ага. Ну, я так понимаю, что все, шабаш на сегодня. Или еще нет? Молодцы. Ой, аккуратно надо, там так, мне кажется, опасно. Ой, я высоты боюсь. Вот на самолете не боюсь летать, а вот так, конечно. Все, спускается. Посмотрим уже завтра, наверное, ребят,